здорово! Расскажу немного о своем питании. Вообще, идеей моих походов является максимальная автономность, мобильность и свобода. Поэтому я беру такие продукты с собой, которые не нужно готовить, не беру посуды, не разжигаю костров, за исключением, если нужно, например, согреться. И вы, наверное, уже догадались, что основным базовым продуктом моим в походах являются яблоки. В этом же походе я также решил поэкспериментировать. Взял очищенные семечки подсолнуха, сырые. И у меня такой расчет. В Олешковских песках я был 2 дня. В эти дни я ел яблоки и бананы. А потом, когда вернулся в Херсон, то на Кинбурнский полуостров у меня оставалось еще 9 дней. И из этого расчета я взял 18 яблок и 900 грамм семечек подсолнуха. То есть 2 яблока в день и 100 грамм семечек подсолнуха, размоченных в воде. Так они лучше усваиваются. Вот мои продукты на данный момент. Впереди еще 5 дней. И здесь 9 яблок. Одно с утра я уже съел. То есть получается как раз на 5 дней по 2 яблока в день. И еще 2 пачки семечек. Каждая по 300 грамм, 600 грамм. Сейчас буду замачивать семечки. Наливаем водички. Оставляем немного пустое пространство. Семечки будут разбухать и заполнят собой всю бутылочку к вечеру. В предыдущих моих походах в Карпаты, на Полесье, на каньоны Житомирщины моим базовым продуктом были только яблоки. Из расчета 3 яблока в день. Этот поход более длительный, поэтому я решил поэкспериментировать. Взять поменьше яблок, 2 яблока в день, и добавить семечек, как более калорийный продукт и более легкий по весу. Вот так и живем в походах. Максимально автономно, по крайней мере, пытаемся.